Привет всем! Итак, вы готовы узнать ответ на главный вопрос? Проект я Олимпа или нет? Это видео будет полезно для новых зрителей, которые хотят в чем-то разобраться, которые узнают сегодня обо мне очень много нового и интересного. Также это видео для тупых и безмозглых хейтеров, которые дальше своего носа вообще не хотят видеть. Сегодня я для вас все объясню. А старые подписчики и так обо мне все знают, потому что они видели, как я поднимался с самого нуля. Обязательно досмотрите это видео до конца. Погнали! Итак, я перематываю свой канал в самое начало. И что мы здесь видим? Здесь мы видим видео двухлетней давности. Народ, я начинал торговать на IQ Option. Вот мое первое видео с IQ Option. Рэпер-трейдер, моя стратегия торговли на IQ Option. Вот, торговля в выходные дни, вот. Моя стратегия торговли на IQ Option, вот мой баланс, 300 рублей. Вот так, народ, я начинал. Вот торговля в выходные, здесь уже баланс 500 рублей. Идем дальше. Вот видео, торгуем на IQ Option и выходим на шашлыки, вот оно. Видите, старый интерфейс IQ Option. Вот уже у меня депозит в 1000 рублей, здесь... У меня на стене висела простынь в ромашке. И так я раньше торговал. Тогда я жил в Харькове. Потом я переехал в Киев и уже начал знакомство с брокером Olymp Trade. Когда я начинал торговать на IQ Option, Олимпа тогда еще не было. Может быть и был, но о нем никто не знал. И вот, мое первое видео с Олимпа. Вот оно. Переехал я тогда в Киев, поселился в свое старое общежитие от универа. Поселили меня, видите, в душевой. Здесь поклеили обои и сдавали эту комнату рабочим. Здесь была кровать и табуретка с досточкой, примотанной на скотч. Вот в таких условиях я начинал торговать. Вот мой баланс. 20 долларов. Вот так я начинал знакомство с Олимпом. Дальше поднимаемся немного выше. Вот. Здесь уже я торгую на Бинома. Вот. Я торгую на Бинома. Здесь я уже снял квартиру с ободранными обоями, о которых вы писали. Здесь у меня гирлянда, видите, перегорела, одна сторона не горит. И вот я начинал торговать с 50 евро на Бинома. Вот так, народ, я тогда начинал, потому что я боялся рискнуть, боялся залить большой депозит. Еще у меня есть канал с моими влогами, который называется Show Me Space. Здесь вы можете увидеть, как я начинал. Как я в первый раз снял квартиру, как я грел еду в ванной. Я тогда себе разогревал гречку на батарее, потому что не мог себе позволить купить микроволновку. У меня есть своя микроволновка. Она находится на батарее. Очень удобно греть. Итак, сюда я ставлю большие лотки. Они вот ровно сюда помещаются. Греет с этой стороны и с этой стороны. А вот такие маленькие лотки я грею вот здесь. Как я сломал руку, как я воровал, мой первый отдых в Египте и мой первый выезд за границу. Вот видео моей первой квартиры. Кому интересно, посмотрите это все на моем канале. В этом видео я рассказываю, как я воровал. Вот посмотрите, какая была у меня тогда жизнь. Вот, в этой квартире сижу с ободранными обоями. Здесь еще гирлянда полностью рабочая. Народ, я торговал на IQ Option, на Binomo, на Олимпе, на Expert Option. Как я могу быть проектом Олимпа? Если бы я был проектом Олимпа, я бы снимал видео только о брокере Olymp Trade. Я бы не снимал мотивационные видео. Я бы не снимал, как зарабатывать на криптовалюте. Я бы вообще не снимал тогда вот это вот видео. При этом вы все обо мне знаете. Я абсолютно для всех открыт. Вы полностью можете посмотреть мою жизнь. Если бы я был проектом Олимпа, я бы скрывал свое лицо и жил где-то на островах. Я думаю, вы поняли, о чем я. Хорошо, допустим, с этим мы разобрались. Но вы можете сказать, а может быть, Олимп потом тебе предложил сотрудничество, ты подписал с ним контракт и теперь его рекламируешь. Нет, народ, никого я не рекламирую. Я бы с радостью взял у Олимпа деньги, если бы он мне платил за рекламу, потому что я и так торгую на брокере Olymp Trade. Смотрите, я торгую сейчас на макбуке, мне звонят с компании Apple и говорят, ты торгуешь на макбуке, ты рекламируешь нашу продукцию, давай мы будем тебе за это платить. Я поехал на Мальдивы, мне позвонили с Мальдив и сказали, приезжай, давай будешь рекламировать наши острова, мы тебе за это заплатим. Нет, это так не работает. Но если бы это так работало, было бы круто. Я бы с радостью взял деньги от компании Apple и от компании Olymp. Мне никто не звонил с компании Samsung и не говорил, давай ты будешь рекламировать наш телефон, будешь вот так вот его показывать на камеру, не пользуйся Apple, пользуйся нашей продукцией, и мы тебе будем за это платить. Нет!
Но я бы с радостью согласился рекламировать Samsung, потому что я и так пользуюсь телефоном Samsung, потому что он мне намного удобнее, чем iPhone. И я пытаюсь донести до вас, что это хорошо, что хорошо зарабатывать на рекламе, но, увы, пока мне никто рекламу не предлагал. Когда Флойд дрался с Конором, за рекламу на его шортах платили $1 000 000. Только вдумайтесь, компания Hublot, чтобы прорекламировать свои часы, заплатила за одну надпись на шортах Флойда $1 000 000. За час. Тупые, безмозглые хейтеры, подумайте своей башкой, что лучше, заработать за час $1 000 000 на ринге или заработать за час на стройке $500? Подумайте, что, блин, лучше? Флойд создавал годами свою репутацию, он не проиграл ни одного боя, и теперь его час расценивается в $1 000 000. А грузчик Вася бухал все время с мужиками, деградировал, и его час стоит $500. Хейтеры, подумайте своей тупой безмозглой башкой, что бы вы выбрали? Конечно же, $1 000 000. Но у наших людей неправильное, блин, мышление, потому что они думают: я на стройке работаю, я красавчик, я заработал $500, а ты продался, тебе заплатили за рекламу. Кто, блин, здесь продался? Кто здесь идиот? Да грузчик здесь идиот, потому что его не ценят, потому что за час ему платят всего лишь $500, потому что его считают за дерьмо. Вот что нужно понять. Итак, с этим мы разобрались, что на рекламе зарабатывать хорошо. Так как же зарабатываю я? Я зарабатываю на партнерской программе. Этот заработок доступен абсолютно для каждого. Итак, смотрим, пишу я в гугле. Партнерка Olymptrade. Сразу же, доступно для всех. Открыли. Партнерка. IP Option. Есть, нашли. Партнерка Binomo. Есть, нашли. Партнерка. На каком брокере я еще торговал? На Expert Option. Expert Option. Есть партнерка, нашли. Смотрим. Стать партнером. Все могут. Партнерка IQ Option. Регистрация. Все могут зарегистрироваться. Партнерка Binomo. Регистрация. Все могут зарегистрироваться. Партнерка Expert Option. Регистрация. Все могут зарегистрироваться. Этот заработок доступен абсолютно для всех. Так что не нужно быть никаким проектом Олимпа. Я работаю на себя. Если у вас есть определенный багаж знаний, если у вас есть опыт, у меня опыт уже 5 лет, если у вас есть интересная информация, которой вы можете поделиться с другими, создавайте свой канал и зарабатывайте. Никто вам ничего не запрещает. Вот что я вам пытаюсь донести, что это хороший заработок. Я учился, развивался, и теперь моя консультация стоит $200. $200 в час. Теперь я могу зарабатывать. Переходим дальше. Я еще раз отвечу на вопрос, зачем я этим занимаюсь, потому что подписчики спросят, еще раз, тупые безмозглые хейтеры, которые не могут понять элементарного, если я так круто зарабатываю на бинарках, если я так круто торгую на криптовалюте, зачем я снимаю видео? Да чтобы получать пассивный доход, я получаю с партнерки $10 000 в месяц. Скажите, вы бы не хотели получать просто так $10 000 в месяц? Просто так, на абсолютном пассиве, просто размещаете ссылку и получаете $10 000. Вот скажите, вы бы так не хотели? Конечно же, вы хотели, зачем вы задаете такие тупые вопросы? О том, как я зарабатываю на партнерке, какой получаю процент, я сниму отдельное видео. Это будет следующее видео. И там вам все детально расскажу. Еще самый тупой вопрос от безмозглых хейтеров, которые говорят: зачем ты подключил ютубовскую партнерку? Зачем ты получаешь деньги за рекламу со своих видеороликов? А что, мне отказаться? Вы бы отказались от $1000 в месяц, ничего не делая. Просто получаете 1000 на абсолютном пассиве. Кто бы, блин, из вас отказался? Да никто! Вот почему я столько зарабатываю. Потому что у меня много источников дохода. С консультаций $2000. С ютуба $1000. С партнерки Олимп $10 000. С криптовалюты $10 000. С торговли $20 000. Вот почему я столько зарабатываю. Вот почему я сижу в такой квартире. Этому я вас и пытаюсь, блин, научить. Неужели так трудно понять, что нужно создавать много источников дохода? Нужно создавать много ниш. Если одна ниша закроется, у вас есть другие, которые вам будут приносить доход. Так мыслят богатые люди. И еще самый идиотский вопрос. Ты проект Олимпа, потому что Олимп тебя не блокирует. А почему Олимп должен, блин, меня блокировать? Я, блин, ничего не нарушаю. Да если Олимп меня заблокирует, если он захочет забрать те 2 000 000, мне говорят, что тебе не дадут вывести эти деньги.
Да я же просто урою этот Олимп. Я запишу одно видео, 2-5 видео, в котором его просто уничтожу. И Олимп потеряет аудиторию на Ютубе. А теперь, хейтеры, включите свою куриную голову и подумайте, стали бы вы меня блокировать за каких-то 2 ляма, чтобы забрать себе эти деньги? Потому что я могу так испортить репутацию Олимпа, если мне подписчики что-то скажут, если я это проверю, если Олимп будет заниматься подобной херней, я его просто ушатаю. Так зачем же Олимпу просто так меня блокировать и портить себе репутацию? Неужели нельзя включить голову, хейтеры? И еще запомните, никто просто так никого не блокирует. Меня блокировали очень много раз. Я знаю о блокировках все. Я раньше разводил Олимп, у него было много багов. Я даже записывал отдельное видео про это. Разводил за счет халявных бонусов. Разводил по стратегии бинарный гамбит, когда отмена сделки была еще по времени. Сейчас этих багов уже нету. Сейчас так делать нельзя. И тогда, да, Олимп меня блокировал. Еще меня Олимп блокировал за роботом. За IP-адреса никто никого не банит. За смену IP Олимп не банит. Запомните уже это. Если ничего не нарушать, никто никого банить не будет. Так что, народ, давайте подведем итоги. Я вам изложил четкие доказательства, что я не проект Олимпа. Я обычный парень. Я перед вами открыт. Вы мою всю историю знаете. И я верю, если быть открытым и честным, люди к тебе потянутся. Но для чего я записываю подобные видео? Чтобы люди хотя бы разобрались, чтобы люди взглянули немного шире на вещи. Я знаю, хейтеры будут всегда, критиковать тебя будут всегда, что бы ты ни делал. Но если меня критикуют, значит я на правильном пути. Так что, народ, на моем месте может быть каждый. Вы можете стать кем захотите, главное всегда идти до конца. У Марка Цукерберга и у Билла Гейтса спросили, какой секрет богатства. И знаете, что они ответили? Одно слово. Это фокус, потому что если вы четко сфокусируетесь на цели, будете делать одно дело, не будете никогда сдаваться и не будете отступать, успех неизбежен. Вот и все. Вот простая формула успеха. На этом, народ, все. Подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь в Инстаграм, Телеграм, все ссылки в описании. Всем удачи, пока!